Здравствуй, YouTube, Knife Spa. Покажу, что точил в последнее время. Итак, китайская копия Microtech. Я думаю, Microtech меня не забанит за то, что я это сказал. Значит, ну, подводы в зеркало. Подводы достаточно широкие. Заказчик сказал угол не менять, а угол был в итоге достаточно острым. Вот, то есть здесь где-то порядка 34 градусов угол. Вот. Сведение вполне адекватное, поэтому выглядит все вполне пристойно. Я имею в виду ширина подводов чисто визуально. Ну и в итоге мы имеем очень-очень неплохо режущий, значит, ножичек вполне справляется. Теперь по поводу стали хотелось сказать, потому что всегда спрашивают, как там со сталью, что хорошо все. Вот здесь конкретно на этом экземпляре с термичкой явно все нормально. Сталь и по заусенцу, и по износостойкости, и по всем, ну, таким вот параметрам, на которые обращаешь внимание, когда точишь, которые замечаешь, показала себя вполне пристойной. То есть, какой бы это ни был состав, аналог 440C или, ну, то есть 9Х18 или что, закалка вполне нормальная, износостойкость вполне сносная. Неплохая сталь в хорошем исполнении. Дальше, Masters of Defense. Ну, раритет модовский, да. Надо сказать, что приятно работать с такими ножами. Действительно приятно. Сталь очень твердая, очень износостойкая. Закалка термичкой явно выжила все из этой стали, что только возможно. И я вам так скажу, что задолбало меня это очень сильно во время заточки. То есть нож, ну реально, несмотря на свои небольшие размеры, точился вот дольше, чем вот этот вот. По-любому дольше. Ну, еще правда из-за танта, потому что основная сложность в заточке танта – это сохранить этот угол углом. Не сгладить его, не сделать его с радиусом там и так далее. Ну, это получилось. Попробую показать поближе, но не факт, что получится. Ну, может быть, вот так. Или вот так. Вот так, наверное, видно. Вот он переход. С этой стороны. С этой стороны. Ну вот. Теперь. Кухонька. Имя мастера напишу в описании к видео, наизусть не запомнил. Надо сказать, что нож получил повреждение режущей кромки, очень приличный скол. Я вставлю в это видео фотографию этого скола. Вот. Ну и, соответственно, пришлось ну, порядка 2,5 мм вот отсюда снять. Но благодаря этому удалось полностью, естественно, убрать дефект. Вот, еще был слегка сколот кончик, не знаю, как это было сделано, но я тоже, естественно, исправил. Ну и в итоге нож заточен на 24 градуса. Вот, ну, понятно, кухня есть кухня с минимальным сведением, 24 градуса будут очень хорошо будут резать. Вот такая вот история. Надеюсь, хозяин ножей будет доволен. До новых встреч в интернет-эфире. До свидания.